говори. Продолжай. Он пришел домой. Кто он? Комиссар. Да. Пришел домой. Как его зовут? Имя? Саша. Ну. Вот он домой. Это пришел. Твой сосед? Да. Где он проживаете? Он в одной комнате, я в другой. Адрес какой? На Семеновская, 8. Семеновская, 8. Квартира? 2. Дробь 1. Все правильно. Ага, дальше. Ну. Пришел. Он пришел туда-сюда, говорит, Витя, пойдем. Он что-то принес? Принес. Uh-huh. А, цветы он принес. Uh-huh. Вот. Он говорит, что за цветочки рассказывают? А там он. Большие и маленькие какие? Картусы. В смысле, в горшочках? Да, в горшочках. Говорит, иду, оп, и цветы стоят на окошке. Куда иду? Ну ладно. Домой. Ладно, пришел домой, дальше что он сказал? Он залез. Там. Ты это видел уже? Нет, это до меня. До тебя. А с тобой что дальше? Он залез туда-сюда, горшки эти взял, uh-huh. горшки цветами, и домой пришел. Говорит, Витя, пойдем со мной сходим. Uh-huh. А я выпивший был, uh-huh. пьяный. Не так. пьяный, ну, пиво пил. Так. Он, пойдем со мной сходим. Uh-huh. Говорит, что, Рамхата туда-сюда, дома нет никого. Ну. Дома нет никого туда-сюда. Uh-huh. Посидишь на съеме. А я выпивший. Сколько время это было? Ну, это поздно уже было. Ну, ночью поздновато было. Uh-huh. Ну, посидишь так, говорю, на стрёме туда-сюда. А там же, это, говорю, вот, милиция же рядом. Ну, правильно. Вот. На стрёме посидишь там, туда-сюда. Если кто-то будет там идти. Это понятно, что он говорил. Что происходило дальше? Ну, все, мы коротко пришли, и ясно. Мы пришли. Я говорю, Саша, если что, я кашлять буду. Все. Мы пришли, все, я сел, курю, веник у меня как дворник, с веником, он прыг наверх туда, и зашел в квартиру, и давай там. Как выходил и что вынес? Как он вышел? Там просто не налось. Как выходил? Так же, через окно. Через окно. Так же. Что вынес? Он говорит, там мужик лежит с бабой. Пьяный или что, и все. Что он взял? Что вынесли? Вот трубку эту трубку там. Ну, просто не наволочки. Все, тряпки эти. Где эти вещи сейчас? Просто не наволочки. Трубка, где сейчас? Трубка дома у меня лежит. Просто не наволочки. Одежда. Вот это вот странное. Это мое. Ну, ладно. Это мое. Ладно. Одежда. Три рубашки или четыре рубашки меня дома. У тебя дома. Да. То есть часть вещей дома. Да. У комиссара в комнате что-то находится? Тоже должно немножко быть. Все. А остальное? Что-то продали, куда-то пропили или что? А больше я ничего не знаю. Ладно, хорошо. Третья хата. Все. Все. Все, начальник. Все. Так, а сегодня что ты? Ночью было. Ну, мы сидели, пили. Ага. Все. Я взял DVD. Ага. Телевизор взял. Он уснул. Я взял телевизор, DVD и телефон. Все. Ага. И домой пошел. Сейчас это все у тебя дома находится? Дома у меня. Ага. Все. Модем. А кто окно разбил? А я не знаю. Вот это я не знаю. Кто-то еще был, да? Я не знаю. Вот это я не знаю. А Комиссаров был там? Не-а. Я пришел домой, они все спали. Все спали. Ты один там ходил? То есть. А как залезть-то вообще? Он спать лег. Ну? Мы сидели, пиво пили. Ну? И он такой... А я брату позвонил, он мне телефон дал. Ну-ну-ну. Там, ну, домашний. Угу. Я брату позвонил, сестре позвонил, потом еще одному брату. Пакистан позвонил? Ну, то есть воспользовался добрым? Ну, нет, он сам мне... Ну, я понял. Он сам... Все понятно, ладно. Он сам набирал. Вещи сейчас где находятся? Телевизор дома у меня. Да все дома. DVD дома. Понятно. Фамилия Мёчина, как у тебя правильно? Савельев Виктор Андреевич. Какого года рождения? 59-го года, 30 апреля. Сколько лет во Владивостоке? С 89-го года. И кем работаешь?